Уже проводится проверка прокуратуры области, уже внесены определенные акты прокурорского реагирования о тех недостатках, которые были допущены руководством Гусина, руководством колонии. Мною постоянно вопрос о соответствии занимаемой должности начальника колонии, о наказании ряда сотрудников не только колонии, но и Гусина по Челябинской области. По нашим материалам, по тем заявлениям осужденных, которые мы передали в Следственный комитет, по фактам избиений, по фактам поборов, уже возбуждено уголовное дело, оно расследуется, создана следственно-оперативная группа. Также возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений как работникам милиции ОМОНа, полиции ОМОНа, которые были за периметром, когда родственники приехали, и в том числе были среди них и просто друзья, бывшие заключенные, которые устраивали, значит, массовые беспорядки за пределами. Вот мы занялись вашим делом не потому, что произошла такая необычная, мягко говоря, история именно в вашей колонии, которую назвали бунтом. Мы занялись этой историей потому, что мы хотим понять, что нужно менять в нашей исполнительной системе. Что нужно менять, чтобы люди, которые оступились, чтобы они могли стать нормальными членами нашего общества. Чтобы то наказание, которое им присудил суд, чтобы они отбывали это наказание в достойных человека условиях. Чтобы при этом соблюдался закон, чтобы при этом уважались их права. Вот почему мы приехали к вам сюда. Пойдемте, да? Ну, садись, надо. Пойдемте. Меня перевели, после этого меня по ложному постановлению посадили в ШИЗО. После ШИЗО, короче, меня перевели. Что значит по ложному? Конкретно можно сказать? Я только не поздоровался, и все, и изолятор, хотя такого не было. Написали, короче, постановление, и все, и тебя никто не спрашивает. Все, после этого меня перевели в адаптацию, там тоже адаптации происходили пытки, зимой я находился там. Что такое адаптация? Ну там осужденные держат, которые приехали из других колоний или только приехали, они держат, адаптируют якобы. Где это? Ну, в котором отряде там раньше происходило. Ну у меня, честно говоря, если позор, у меня там в моем мешке должны быть бумаги, если их не забрали, конечно, здесь могут сотрудники забрать, как у меня, если знают, что вы приедете. Они, по крайней мере, были у меня там. Если вы мне дадут, я смогу вытащить. Тебе применяли пытки? Конечно, применяли. Какие пытки конкретно? Конкретно меня, короче, привели в отдел. Это было где-то в 2010 году, в конце ноября, начале декабря. Я писал по этому поводу жалобу. Меня привели в отдел, разделили. Ну, растянули меня, если поставили к стене и начали бить дубинками. И насколько меня били, руками, ногами избивали меня. Что они что растянули? Ну растянули, вот так поставили, растянули. И два сотрудника держат и бьют. Лицом к стене, да? Да, да, да.